События в Николаеве. Новым прокурором Николаевской области стал Вячеслав Кривовяз. 6 марта его представил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Первые лица области и работники прокуратуры Николаевщины. В зале негде яблоко упасть. Анатолий Матиос, заместитель генерального прокурора Украины, ставит первоочередные задачи Вячеславу Кривовязу. Именно он отныне возглавляет прокуратуру Николаевской области. Я понимаю, что вы приехали и призначені без команди. Мотивування підлеглих працівників і особистий приклад – це ваше основне завдання. Вячеслав Кривовяз – уроженец Черниговской области, в органах прокуратуры работает с 1998 года. Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Черниговщины. Оставить в прошлом бюрократию, быть ближе к людям и ни на шаг не отступать от верховенства закона. Главные поставленные задачи, которые Вячеслав Кривовяз будет реализовывать как прокурор Николаевской области. Я соберу представителей громадских организаций области, поспілкуюся с ними, какие у них есть претензії до працівників прокуратури, до працівників правоохоронних органів. Також, на що я буду акцентувати увагу, це враховуючи нинішню ситуацію, це на протидію сепаратизму та тероризму, а також на боротьбу з внутрішнім нашим ворогом, це корупцією. Луїза Єрьоміна, Павел Ткаченко, MSN Digest.